Смотрите, у шарика один глаз? Что? И у квадрата один глаз? Что? Ай-яй-яй, кто-то на меня бежит. Посмотрите, даже у бронированных по одному глазу. Что происходит? Ребята, а это кто? Это одноглазый босс, и он за нами теперь гонится. Привет-привет, ребятки! И вы смотрите приключения красного шарика. Необычного красного шарика. Как видите, у него теперь один большой глаз. Это довольно смешно, но самое интересное то, что изменения и тоже случились со всякими нашими монстрами. Вон, смотрите, с одним глазом это чудище бегает теперь. И он не один такой измененный, а прям все-все-все. В общем, смотрите дальше, и вы все сами увидите. Ребятки, поехали. Я попрошу вас еще поставить, пожалуйста, лайк. И напишите комментарий, что вы поставили лайк. Я вам обязательно отвечу на любой вопрос. Только самое главное, будьте веселыми. Опа! Так, а что это тут? О, мы можем скатиться. Так, открыть. Ай! Нет, отстань. Все. Куда мне бежать? Отпусти меня. Ай! Ух ты, чудище. Мы ж точно, мы можем на него просто прыгнуть, и он будет как блинчик тоненький такой, и все. И нам, ребята, он не помешает. Так. Ух ты, какой-то у нас тут склон. Эй, как мне этого шарика наверху взять? Эй! Может быть, с вот этой вот тележки получится? А ну-ка, сейчас мы доедем. Так, доезжаем. Вроде бы выходит. Опа, и все, шарик у нас. Отлично. Теперь его ба-бам. Теперь вот этих забираем шариков. Флажочек наш и прыгаем. Так. Так. Эй! И что мне теперь этот ящик двигать вместе с палкой? Что тут происходит, ребята? Ах ты, силач какой! Представляете, он нам не дает этого сделать. Ну, иди сюда. Все, мы тебя вот так вот. Кто не дает нам скинуть этот огромный шар. Так, и что мне теперь с этой палкой делать? Может, я как-то вот так? Ой, смотрите, я прямо ступеньки. Так, все, хватит баловаться. Это с этого хорошо ничего не выйдет. Покатились вниз. Есть! Прыжок совершен удачно. Так. А ну-ка, сейчас на тебя скатится этот огромный камень. Так что беги, одноглазый. Вот. Опа. Есть один. Ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой! Так, что за глупое падение? Этого же не должно было быть. Прям ни капельки. Так. Все, ребята. А теперь мы можем отправляться дальше. Давайте вот отсюда так. И что у нас тут? Смотрите, это кто такой? Ай! Одноглазый тоже монстр. Рогатый. Вот это да. Прикольно. Конечно, не устрашающе выглядит на самом деле. Прямо эти монстрики так и дают знать то, что лучше к ним близко не подходить. Оп. Нет. Нет! Не дали упасть ящика, упали сами. Ну, круто. Так, вот теперь тут стой. И не двигайся. Мы поедем на этой тележке. Так. Опа. Ой. Кого-то мы там раздавили. Интересно, кто же это там мог быть? Экс. Все, приехали. А, нам нужно ящик сюда вот так вот скинуть. Эй, ты чё такой тяжелый? Что там тебе внутри? Ух, да, куда мы упали-то сами? Все. А что я его не могу запихать-то? Наконец-таки. Есть, ребятки, мы прикатили. И такая у нас получилась сегодня серия.
я надеюсь, вам понравились наши одноглазые друзья. И вы поставите кучу лайков. И, конечно же, подпишитесь. Спасибо, ребятки, вам за просмотр. Ставьте лайки и комментируйте. И будет вам счастье. Всем пока-пока. Ю-ху!
Thank you.